Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня будем делать елочку. Вот мы уже сделали конус такой, сделали такие деталечки, и будем сейчас мы приклеивать. Как ты будешь делать? Расскажи, Даниэль. Возьму клей, наклею, сюда поставлю. С маленьких начнем. Маленькие, а потом большие. Большие-то какие у тебя будут? Это вот такие. Хорошо. Ты разогреваешь пистолет уже, да, клеевой? Поставила горячий? Ну, давай. Он еще, наверное, не прогрелся, да? Давай будем делать тогда. Вот такая елочка у нас будет красивая, да? Мы будем наклеивать вот эти наши детальки, какие мы уже заготовили с ребятками заранее, да? Видишь, еще пока плохо клеится. Надо еще подождать немножко, да? И начнем. А ты его включила, да? Да, включила. Вот видите, да. Хорошо. Потихонечку. Ну, пробуй. Снизу пойдем, да, Дань? Давай. Снизу большие лучше. Будут у нас. Конечно, большие будут у нас вот так по кругу идти, а потом. Ну, давай. И вот такая работа у нас начинается.